Він надає перевагу насиченому зухвалому смаку, що найкраще відтіняється червоним. Вона вишуканому легкому, що краще поєднується з білим. Та коли обидва смаки досконалі, це треба просто визнати. Вілла Крим. Так смачно. Рита. Таня, прости меня за все. Рита, девочка моя, ты вернулась. Ты вернулась. Ритуша, моя девочка Риточка. Ритка. Ну где ты была? Это же надо. Убили прямо в аэропорту, у всех на виду. А камеры где? Ну, должны же быть камеры. Кто это сделал? Камеры не в каждом углу натыканы. Тут профи действовал. Ты ужас, пап. Расследование опять затянется, да? А Игорь там. Оставь ли, Русь, я сама помою. Лучше идите вон с Иришей погуляйте в парк. Погода какая. Хотите меня выставить, чтобы не расстраивать? Я журналист, я все мониторю. Выходит, единственный шанс для Игоря теперь труп. Может, не единственный. Меньше думай об этом. Тебе волноваться нельзя. А я не могу не думать. Я скучаю по нему. Я думала, дело теперь ускорится, а тут такой облом. Ну, успокойтесь. Вернется наш Игорь, никуда не денется. Когда? Через 10 лет? Или через 20? Так уймитесь обе! Вон Леня сейчас поедет на работу, может, хорошие новости привезет, да? И в самом деле, хорошую сырость разводить. Я знаю, что делать. Я найду Иванну Шляхтенко. Она связана и с Гаршиной, и с Сарько. И если Глеб в этом замешан, она вполне могла его убрать. Леня, ты говорил, что она в международном розыске. Даже они не могут найти. Как ты собираешься это сделать? Да есть у меня одна мыслишка. Поймаем на живца. Девочка моя, ну и как же ты выжила? Люди помогали. Кто накормит бесплатно, кто подвезет. От одного паршивца прям выскочила в чистое поле. Что, приставал? Нет. Телефон отобрал. Так я сразу выбежала. А что тут вообще поперлось? Знаешь, как станет, переживали. Дим,
Да, да, да. Но Таня, он прав. Я ему такое устроила. Простите, не могла по-другому. Чувствовала, как с ума схожу. Голоса слышала. Понимала, если не уеду, в психушку попаду. И куда ты поехала? По селам. По церквям. Молилась, так душа требовала. В одном селе с бабой Варей познакомилась. На свечки продавала. Так я у нее и жила. Ну, а далеко село это? Да. А вы не представляете, как в селе сложно хозяйство вести. Это мы тут привыкли. Вода из крана, душ, туалет. А там как 100 лет назад, наверное. Небось, и корову доить научилась. Да. Простой жизнью жила, молилась. Вот и исцелилась. Бабе Варе всю жизнь буду благодарна. Простите меня. Я совсем другая стала. Правда, ребенка иметь не могу. Видно, у Бога на меня другие планы. А мы с Димкой прощаем тебя, да, Дим? Да чего ж там. Вернулась, хорошо. А Марина где? Я ей такого наговорила перед отъездом. Хочу увидеться, извиниться. Мушку наводишь на мишень и плавно дожимаешь спуск. Что за... Что, Борис Владимирович, сомневаетесь во мне? А зря. У меня знаете, какая цель? Я Игорю обещала, что стану чемпионкой. А вы меня знаете. Ну, я так и не говорил. Я в тебя не сомневаюсь. Я в тебя верю. Давай еще разок. Здравия желаю, товарищи пассажиры. Проверка документов. Какая проверка документов? Командир, у меня график. Подождет твой график. Мы тут бандитов ловим. Я устал повторять одно и то же. Если бы я знал, где Иванна, я бы вам сказал. Какой смысл мне ее покрывать? Адрес, где она может быть, я вам дал. Ищите. Вряд ли ваша мадам Терминатор сидит по адресу прописки и ждет, пока мы ее найдем. Сколько у нее фальшивых паспортов? 2, 3, 5. Вы же ей помогали с документами. Делитесь. Сотрудничество со следствием обязательно зачтется при вынесении приговора. Григоренко Елена Андреевна. Прус Виолетта. Прус Виолетта. Отчество? Рудольфовна. Дороги б лучше делали, яма на яме. А вдруг ты главарь банды, а это все твои сообщники? Да, красавица? Признавайся, в сговоре с водилой. Все в порядке, счастливой дороги. Есть!
Григоренко Елена Андреевна регистрировалась на рейс в Ригу. А я говорил, сошлась задачка. Шляхтенко вполне могла убить Глеба и свалить по-тихому. Ну хорошо, и как это связано с убийством Гаршиной? Расскажи-ка мне, если ты такой умный. Попробую объяснить. Царько сам говорил, что Гаршина переманила Иванну у него, а Глеб был тесно связан с Гаршиной. Потом Глеб увозит Игоря в тот вечер из бара, выполняет поручение Иванны, потом Иванна убирает Глеба, чтобы он ее не слил. Они оба причастны к убийству Гаршиной. К гадалке не ходи. Ну хорошо, а зачем тогда Иване убивать Марину, если она ее наняла? Мотив? Да, мотив загадка. Царько мог нам соврать, ну, чтобы запутать. Возможно, тут такая цепочка. Царько заказывает Иванне Марину, та подкупает Глеба, а потом убирает свидетеля. Да. А теперь Царько помогает нам найти Иванну. Лень, тут логика совсем не пляшет. Наташка, смотри, как в этот раз много понаставляли. Печенье. Я такое люблю. Печенье. Вкусное печенье. А жизнь-то налаживается. Да ну тебя. Ненавижу его. Как Марина могла не узнать, не увидеть, что он такой гад? У нее такая интуиция была. Но ничего. Он за все заплатит, я уж постараюсь. Рита, что, что такое говоришь? Стоицкий в СИЗО идет расследование, его и так посадят. Я понимаю, просто Марины нет, а он выйдет из тюрьмы, жить будет. Нашу Маришку уже не вернуть, Рит. Да. Марина. Маринка. Так и... Ты же это... Господи! Воскресу! Воскресу! Не ори. Не ори, это Рита. Не ори. Рита? А я чуть инфаркт не получила. Смотрю, Маринка живая стоит. Ритуля. Ритуля, дай я хоть обниму тебя. Пойдем, Таня, пойдем. Ритуля. Пойдем, Таня. Наташка, смотри. Букетик свежий. Продадим. Совсем дурак. Не смей. Здесь моя Мариночка лежит. Мне, Егор Ильич, эту лапшу вешать не надо. Я прекрасно знаю, что у вас с Гаршиной были терки. Все равно все всплывет, как с братухом. Так что лучше сознайтесь, что вы ее заказали. Вам хоть пару лет скостят. Слушайте, я ее тоже ненавидел, но сидеть за то, чего не совершал, я не собираюсь. Да отстань ты от меня. Я же не отрицаю. Я бы эту тварь собственными руками придушил. Но ты первый это сделал. Респект тебе и уважух. Я ее не убивал.
Интересно, если не ты, не я, то кто тогда? Хотя она такая сволочная баба была, что желающих, думаю, хватало. Пусть ей там и кается. Нужно будет памятник поставить, когда земля усядет. Да, только это не раньше, чем через год будет. Здравствуй, Танечка. А ты что, из тюрьмы сбежал? Почему сбежал? Я же тебе звонил. Меня полностью оправдали. Ты что, забыла? Так, а ты тут-то что делаешь? Ну, понимаешь, жена забрала все, и квартиру, и дом. Мне некуда идти. Можно к тебе? Ненадолго. Ко мне? А почему именно ко мне? С какой вообще радостью? Ничего себе! А вы Рита? Племянница Тани? Нашлась? Стас, шел бы ты. Вот без тебя проблем. Тань, ну ты чего? Куда ему пойти? На вокзал? А если бы со мной так? Человек просит помощи, нужно помочь. Тем более я очень много хорошего о вас слышала. Рита! Танечка, ну я же ненадолго. Да вообще делайте вы, что хотите. Спасибо. Рита, где ключи? У меня ключи. Давай, давай. От папы давно нет новостей. Может, его план не сработал? Катя, уймись. Это не делается по взмаху волшебной палочки. Прошло еще совсем немного времени. Все, приехали. У нас корь. Вы же недавно прививку сделали. Погоди. Мы полчаса назад купали ребенка. Все было нормально. А теперь у нее красная сыпь на животике. Я звоню врачу. Лер, не паникуй. Корь начинается с высокой температуры. Это во-первых. А во-вторых, ты съела полкилограмма клубники. А я тебе говорила, что у ребенка может быть аллергия. Лер. Мне кажется, тебе нужно выйти на работу. Зачем? Ну, потому что ты так скоро превратишься в неврастеничку. Подожди чуть-чуть, она сейчас сама успокоится. Катя, кто ее мать, я или ты? Кому лучше знать? Спит? Лера, ты себя накручиваешь. Серьезно? А что мне делать, если у нее то сопли, то животик, то сыпь, то вообще непонятно чего орет? Я должна быть идеальной мамой и папой за двоих. Лер, детка, пойми, идеальных не бывает. Тебе нужно просто любить свою дочку и заботиться о ней. Без этого фанатизма, без истерик. Так только для нее хуже, понимаешь? Я что, уже стала сумасшедшей мамашей, по-вашему? Нет, просто ты слишком погрузилась в свой декрет. А вдруг этот процесс необратимый? Иришка вырастет, а ты таки останешься, забивший на себя и нервный. Да, звучит не очень. Ну, как я ее оставлю, такую маленькую, если на работу выйду? Ну, мы с Катей поможем. Ну? У Кати тренировки. Вот за меня не волнуйся, я все успею. Дуй завтра в редакцию. Никогда бы не подумала, что Дима на такой способен. Да, он такой. Риточка, ну-ка, твое любимое блюдо. Это рецепт не на работе, а одна, короче, бывшая повариха рассказала. Спасибо. Я вообще-то думал, у нас будет ужин в семейном кругу. А, да. Я смотрю, чего-то на столе не хватает. Стас, ну-ка, пойдем мне помогать. Пора оправдывать свое присутствие в этом доме. Стас. Извините. Стас. Я иду, иду. Зачем ты так? Стас хороший человек и без ума от Танечки. Ну ладно, если без ума. Я же от тебя тоже без ума. Я очень счастлив, что ты вернулась. Так скучал по тебе.
совсем забыла, мне в полицию пора. Зачем? Нужно сказать, что я вернулась, чтобы меня не искали. Я с тобой. Я тебя больше не оставлю. Может, за стол это все стынет, курочка-то. Ты знаешь, я больше всего о курочке мечтал в тюрьме. Можно? Иванка? Тебя же все ищут. Коля, помоги мне. А мы хотели прийти утром, но подумали, что чем раньше полиция узнает, что я нашлась, тем лучше. Правильно, сейчас же отдам команду снять вас с розыска. Что же это вы, Маргарита Александровна? Ваши близкие чуть с ума не сошли. У моей жены были на то причины. Когда будет раскрыто дело по убийству моей бедной сестры? Работаем. Работаете? А результат где? В чем задержка? Расследование еще не окончено. А что тут расследовать? И так все понятно, как ясный день. Убийца Игорь Ставицкий. Он угрожал моей сестре. Вы знаете? Хотел ее убить. Вам известно это? Известно. Успокойтесь, пожалуйста. А не нужно мне успокаивать. Он должен сидеть в тюрьме, а вы занимаетесь черт знает чем. Успокойте вашу жену. Риточка. Он вам платит? Значит так. Если завтра он не будет посажен, я обращусь в высшее, в инстанции, в министерство. Скажи, что у нас есть связи, Дима. Да, между прочим. Ну, понятно. Ритонь, подожди. Беспредел! Следствие во всем разберется. Ну, пойдем. Ритуля! Короче, не придирайся к Славу, ты же видишь, я весь горел. Дима, мне отойти нужно после этих событий. Давай завтра. Хорошо? Ну да. Хорошо. Ты еще молишься перед сном? Только перед сном, но и после пробуждения. Молитва очень не успокаивает. Спокойной ночи.
Оба-на! Кто к нам вернулся? У-у-у. Лерка, привет! Выглядишь отпад. Вот что значит не ходить на работу. Всем привет! Так а ты уже выходишь или просто в гости? Ну, сегодня еще гости, но вообще скоро выхожу. Так что коробки с пиццей с моего стола убирайте. Слушай, ну ты вообще не поправилась, будто и не рожала. Спасибо, мне сейчас нельзя кофе. Ставицкая! Да ладно, сколько лет, сколько зим! Слушай, но ты когда на работу-то собираешься, а, мать героини? Ну вот уже собралась, завтра выйду. Слушай, а зачем откладывать? У меня дело при тебе есть. Зайдешь ко мне потом попозже, хорошо? Так, ребят, внимание, через 5 минут планерка, чтобы все были готовы. Алло, ну что, как она? Сыпи нет? Проверяли? Точно? На прогулку возьмите розовую шапочку. Нет, без балабончика, шерстяную. Только под нее хлопковую, потому что она колется. Тетя Лиз, без балабончика, хорошо? Что за сыпь? Может, к врачу обратиться? К врачу? Сереж, если ты не знал, то сообщаю. Детей нужно растить без фанатизма. Понял. Как всегда в своем репертуаре, по 100 раз на день звонит. Волнуется за тебя мама, да? Потому что очень любит солнышко наше. Я готова сидеть с Ируськой в свободное от работы время. И я. А Лера боялась, что мы не справимся. Вон сколько нянек. Катюша на тренировке? С утра собиралась. Блин, это тупик какой-то. Мил, не все потеряно. Поймают Шлихтенко. Папа и Гуржи ее прижмут, у них есть план. Мне Зарько про нее рассказывал. Хрена с два они ее поймают. Доказать что-то будет нереально. Если ты сдашься, я уйду из спорта, ты понял? Девушка, спокойней. Отставить уходить из спорта. Даже если меня посадят, я жду от тебя золотую медаль. Тебя не посадят. Выслушай, пожалуйста. Я выдержу все, что угодно, но только если буду знать, что у тебя все хорошо. И что ты добилась того, о чем мечтала. Свидание закончено. Вперед. А ты? Я не завтракаю. Забыла уже. Да, точно. Ты не можешь тут оставаться. А ночью ты мне говорил, теперь мы всегда будем вместе. Ивана, я сейчас думаю о том, что будет дальше. Ко мне уже приходили. Я же предупреждал, зачем ты приехала. Коля, меня ищет Интерпол. Куда мне еще было соваться? В чужую страну, где я никого не знаю, или к родному человеку? Мы давно в разводе. Ну и что? Знаешь, как я по тебе скучала? Как я хотела тебя увидеть. Коль, у меня реально больше никого нет, кроме тебя. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, если ты немного меня любишь, помоги мне. Все, что я могу, это дать каких-то денег на дорогу и молчать, что видел тебя. Теперь поскорее доедай и уходи. Вань, я люблю тебя. Я всегда любил тебя. Но мы не сможем быть вместе. Ты убила человека, я не смогу это принять. Ты и раньше многое во мне не принимал. Ну и что? Я тебе все прощала. Даже твое предательство, Коля. Ты понимаешь, нашему сыну сейчас было бы 5 лет. Коль. Мир.
Я сейчас уеду на работу. А когда вернусь, чтобы тебя здесь не было. Землю провалилась. Странно, что нигде не засветилась. Ориентировки разосланы, ее ищут все, кто только может. Знаешь, а есть у меня одна чуйка, кто ей может помогать. Поехали. Еще раз наведаемся подполковнику Шляхтенко. Ну, не зря же он до сих пор ее фотографию с собой носит. Думаешь, любовь? В их возрасте ради такого уже не рискуют. Я попрошу. Он еще моложе, чем я, между прочим. Я, наверное, закажу карпаччо и тартар из лосося. А что такое тартифлет? Как запеканка из картофеля с беконом. Ну, что не назвать? Картошка сбить. Я не знал, что ты разбираешься. А я тут с Танечкой была и Маринкой запомнила. Давай вино закажем. А тебе можно? Ну, я с бабой Варей к огурчикам причащалась. Немножко не грех. А. Ну ладно, если хочешь. Я буду пиво безалкогольное. Какой ты у меня молодец. Да, все, я решил. Больше ни капли. На работу устроюсь. Ремонт сделаем, отдыхать куда-нибудь поедем. Все ради тебя. Как я тобой горжусь. Официант! Слушай, хватит пялиться. И вообще, скажи мне, пожалуйста, когда ты собираешься отсюда съехать? Таня, ну зачем ты так? Ты же знаешь, мне некуда идти. Все отвернулись. И потом, ты лучшее, что случилось в моей жизни. Ну, друг любезный, это мы уже слышали. Ты давай шевелись, ищи работу. Жилье, моя доброта не безгранична. А ты куда это собираешься? На свидание? Я никому никогда не отчитывалась и не собираюсь. Мы с вами уже говорили о моей бывшей жене. И ключевое слово здесь — бывшей. То есть вы утверждаете, что она здесь не появлялась? Да. А вот это что? Я свободный мужчина, и у меня могут быть женщины. Это что, преступление? Ваша личная жизнь нас не интересует. Разве что экспертиза докажет, что Иван напила из этой чашки. Извините, устал на дежурстве. Руки не слушаются. Работай. Все равно я всегда буду любить тебя.
Дарусалина. Да, садитесь. Николай Юрьевич, у вас нет желания сэкономить ваше и наше время, а? Давайте ускоримся. Вам пришло сообщение. Что, спам? Я тоже всегда удаляю сразу. Да. Достали. Распродажа обуви. Надо же, какое совпадение. Мне как раз новые ботинки нужны. Телефон. Быстро! Мы все восстановим и проверим. Правда, Саш? Само собой. Первый, погоди, ну что ты, ну как я не знаю кто, ну? Слушай, ну долго мне за тобой еще бегать, а? Лер. Спасибо, марафон окончен. Да погоди. Слушай, я тебя сегодня, когда увидел, я прям офигел какая ты. Я подумал, ну, вдруг, может, мы заново попробуем как-то, хотя бы ради Иришки. Спокойной ночи. Да погоди. Ты хочешь быть сильной, независимой женщиной? Будь. Ну, а дочке ты что скажешь, когда она спросит, где ее папа? Что, скажешь, что я летчик дальнего плавания, что ли? Ну, ты знаешь, эта версия лучше, чем папа-журналист-лузер, который, когда узнал о ней, кричал на весь офис, что он child-free. У тебя был шанс стать для нее отцом, ты его упустил. Теперь поздно. До свидания. Лер. Таня, спасибо вам огромное за сегодняшний вечер. Это был незабываемый вечер, наверное, самый лучший в моей жизни. А вы удивительная женщина. И рядом с вами я чувствую себя счастливее, моложе и добрее. Такое ощущение, будто лет 10 сбросил. Спасибо вам огромное. Позвольте, я поцелую руку. А что ты себе позволяешь? Прекрати немедленно, что прекратите! Вы делаете? Вы что, с ума сошли? Так. Кто это такой? Да ты кто такой? Так, подождите, Тимофей, подождите. Пожалуйста, уезжайте домой. Я вас очень прошу, извините меня, пожалуйста. Ты что себе позволяешь? Быстро поднимайся в квартиру, собирай свои вещи и вон отсюда! В квартиру? Это что, ваш бывший муж? Будущий! Прекратите! Извините, пожалуйста. Идиотизм. Танюша, тебе нужен настоящий, достойный мужчина. Достойный? Да. Это ты что ли, родинка? Убирайся, я тебя видеть больше не могу. Ты подлец, ты уголовник, ты бомж. Пусти, пусти, пусти! Владиня. Пингвинчик мой. Лера. Вот и мама пришла. Не, ну нормально. Привет. Я ее тут полчаса убаюкиваю. Ну, что ты тут делала без меня? Катя, она не кашляла? Не кашляла, не чихала, не плакала. Вот все было зашибись, пока ты не пришла. Что? Какой-то бесконечный день. Еле досидела. Калюжный топал до самого дома за мной. Да. Видела вас из окна. Провожал? Делать ему нечего, придурок. Лерусь, не надо быть такой категоричной. Может, у него отцовские чувства проснулись. Лучше позже, чем никогда. Может, попробуйте снова? Ну и русский будет отец. Кстати, мам, почему ты такая с папой категоричная? Он тебя так любит. Столько лет прошло, Катюш. Разбитую чашку не склеишь. Поздно уже. Конечно. А как мне советовать, так... Забирай свои монетки. Проваливай отсюда. Никуда отсюда не уйду. Буду здесь караулить, чтобы этот Тимофей не вернулся.
Я сейчас выброшу твои вещи в окно. Отлично. Я готова с тобой остаться даже голым. По правде сказать, предпочел бы. Танюш, судьба. Все, я вызвала полицию. Давай. Ты здесь не прописан. Давай. Тебя только что выпустили из тюрьмы, они тебя под белорученьки. Сейчас быстро отсюда заберут. Ну, во-первых, меня оправдали полностью. Во-вторых, Рита и Дима подтвердят, что я здесь по твоей доброй воле. Полиция расценит это как разборки между влюбленными и может тебя еще оштрафовать за ложный вызов. Ну, обязательно. Ты думаешь, они тебя упхау не найдут? Ты ошибаешься. Танюш, давай шарлотку. С чаем. Мы с Димой испекли. Слушай, я даю тебе 2 дня. А потом ночуй хоть на вокзале. Мне вообще все равно. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. За все, за все. Но я теперь понял, что самое святое – это семья. Ты прости, Дим, я во многом была неправа. Ритулечка. Ты меня так заводишь. У меня прям второе дыхание крыло. Проснулась, Бусинка моя. Да. Представляешь, мне приснилось наше первое свидание. Помнишь? Помню. А, у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, не кофе в постель? Нет, лучше. Я вчера нашел песню, под которую мы впервые целовались. Помнишь? Давай потом послушаем. У меня столько дел сегодня, Дим. Ну, подожди, подожди. Я ее где-то сохранял. Сейчас. Черт. Ладно, ладно, все. Зачем нам эта запись? Мы ее с тобой и так споем, правда? Давай. Может, я, может, ты. Все, что я хотела бы иметь. Это не та песня. Ну, ты же на нашу годовщину ее на память пела, что забыла. Ой, господи, Дима, это... Это, наверное, последствия болезни. Я же все самое важное для себя забываю. Лидь, прости меня, я не подумал. Ой, ну что же я за чудовище такое, а? Извини. Чего ты не знал? Ты не пережил то, что я пережила. Я никому такого не желаю. Может быть, я для тебя что-нибудь сделаю? Хочешь, по твоим делам поедем вместе, а? Или купим тебе что-нибудь? Да нет, я сама. Почему? Я тебе тоже сюрприз приготовила. Записалась в салон красоты. Представляешь, я такая прихожу, а ты... Ах. Ты мне всегда... Ах. Дим. Доброе утро, Катюш. Моя милая, храбрая девочка. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о тебе и представляю, что ты рядом. Я беру тебя за руку. Чувствуешь, как я крепко ее сжимаю? Мы идем по заснеженному лесу. Пахнет хвоей. Я наклоняюсь и целую твои нежные губы. Этот день обязательно настанет, сколько бы времени ни понадобилось. Мы дождемся его. Пожалуйста, помни об этом и не сдавайся. Не падай духом. Каждая твоя улыбка... Каждая твоя победа – это то, ради чего я живу. Помни об этом, любимая моя. Как же я тебя люблю. Пожалуйста, мне очень нужно посмотреть в глаза убийцы моей сестры. Чисто по-человечески я вас понимаю, но не положено. Тогда просто передайте Ставицкому эту книгу. У него сейчас будет много времени для чтения.
хорошо?